Ребят, ну а нам интересно для статистики посмотреть, кто нас смотрит больше, парикмахеры либо клиенты. Поэтому, если ты парикмахер, поставь прямо сейчас лайк, а если клиент, поставь дизлайк. И мы посмотрим просто по соотношению лайков и дизлайков, кого из вас больше. Четвертый день! Следи за тем, чтобы расческа в плоскости была. Не вот так, но в плоскости. Отчесали. Отчесано спереди. То есть вот висок наш. А, точно. Да. Да, все, отлично. Окей. Ну давайте теперь бумажечки. Все упало. Кто шиповник? Так сколько бумаг? Блин, это чтоб зефирка не прилипла. Нормально, вчера это было под зефиркой, сегодня под шиповником. Она под травкой все это дело делает. Так, слушайте, ну хорошо. Окей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Все сделали домашнее задание. Ну, молодцы какие. Ну давайте, ребят, выбирайте. Мне нравится, что результат реально становится лучше. Проверяем домашнее задание, и сейчас будет жара. Нормально все. Ну да, только подъем, подъем. И где полосочки? Ну, сейчас я не нарисовала. Расческа будет стричь вот эту плоскость. Mm-hmm. Ну вообще хорошо. Учи. Молодец. О, да, Ирина. Так, сегодня у нас четвертый день. 10. Все согласны? Да. Угу. Так. Это кто вообще? Рано хлопайте, ножницы в руки. Пойдем. А то мы что, только Ирину будем, да, тестить. В общем, Карина сделала домашнее задание, сделала его хорошо. Мы так смотрим на кучку. Кучка говорит о том, что домашнее задание выполнено классно. Но. Не считается это. Злое. Правильный настрой. Сохраняй. Третий день. Кто? Ну. Давайте, только не деритесь, что делаете. Так, окей, я зафиксировал. Держите вот это вот в ладошке в своей. Раз, Лилия. Угу. Не справились с домашним заданием. Держите. Ну, в смысле, не то, что не справились, а в это не попали, это тоже держите. Так. Так, окей. Смотри, берешь не сильно длинную дистанцию, вот так.
Смотрите. И скажите, кто из них все-таки достоин на девятку? Достоин это все, но кто все-таки занимает девятку, кто занимает восьмерку? Так, Саша берет девятку в упорной борьбе, девчонки за него болели, он волновался, но занял девятку. Таким нежданчиком от жданчика. Получает девятку. Давайте. Кто? Саш. Люба. Люба. Ну. Света. 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 Ура, Свете! Так. Светлана занимает восьмерку по домашнему заданию. I believe I can fly. I believe I can touch the sky.